Ах, хотели бы получить комментарий для нашего канала. Вы организовываете который год мероприятие. Расскажите, пожалуйста, какую цель вы преследуете? Это мероприятие 10-е уже. Цель одна, в принципе, объединять рынок, развивать его, потому что конференций и мероприятий на тему диджитал-маркетинга в Узбекистане очень мало. Вы добились поставленных целей? С каждым мероприятием все больше и больше иностранных спикеров, международных компаний интересуются и сами просят приехать, выступить. С чем вы связываете интерес иностранных компаний? Я думаю, что в первую очередь это связано с новым президентом, с тем, что страна экономически открылась. Учитывая, что это крупнейшее население в регионе, конечно, этот рынок очень многим интересен. Мы услышали заявление, что эта последняя конференция будет бесплатная. А с чем это связано? Цель такое – объединить, а потом на платной основе не было. Проводя платное мероприятие, будем более серьезно подходить к контенту, готовить все именно для руководителей компании, для маркетологов и так далее. Хочу пожелать вам всего хорошего. Спасибо большое, успехов. Что пришли. Здравствуйте. Евгений, расскажите, пожалуйста, какими направлениями вы занимаетесь в регионе, какие задачи стоят перед Яндексом в Узбекистане? Запустились мы год назад в Узбекистане, ну, таким большим Яндексом, да, как мы называем это внутри, то есть это не только какие-то отдельные сервисы, а мы стараемся здесь прям всю экосистему Яндекса развернуть. Сейчас у нас на сегодняшний день запущено 27 сервисов. Из них вот последние полгода как раз мы фокусировались на локализации, то есть это переводы всех сервисов на узбекский язык. Сейчас у нас 16 уже переведены, то есть большая часть уже доступна для всего населения. Основное было вот на прошлый год это запустить такие ключевые приложения и сервисы, на которых держится вся эта экосистема. Это поиск в первую очередь, это справочник организаций. Это карты, навигация, такси, музыка. Соответственно, запустив эти приложения, мы можем теперь гораздо легче запускать все остальные сервисы, какие бы то ни было, которые находятся на нашем портале или просто доступны. Всего у Яндекс 75 вообще сервисов в России. Вот в Узбекистане сейчас 27 у нас доступно. Какие задачи ставит Яндекс перед собой? Глобальная миссия Яндекса, она сформулирована много лет назад. Счастье пользователей. Это Илья Сегалович еще там 20 лет назад сформулировал ее. Она живет в Яндексе, продолжает как бы свое развитие. И мне кажется, что ее мы полностью как бы достигли. Во-первых, появились в Узбекистане карты. Это хорошие карты не только Ташкента, но и других городов-миллионников. Там и Самарканд, и Фергана, и Андижан. Теперь можно пользоваться навигацией в Узбекистане. Разве это не счастье? Я думаю, что вполне себе счастье. У нас появилась транспортная навигация. То есть вы видите в режиме реального времени, прям как передвигается автобус, когда он приедет. У нас появился поиск, который адаптирован под Узбекистан. И, соответственно, запросы обрабатываются специальным алгоритмом, чтобы учитывать то, что этот запрос как бы идет из Узбекистана. И здесь, соответственно, вы получите более хорошее как бы качество выдачи поисковой. Музыка, я думаю, что тоже всех радует. Такси, новости читать можно агрегированно на нашем портале, ну и так далее. То есть вот это наша основная миссия. Сейчас Яндексом суммарно пользуются 3,5 миллиона человек. В Узбекистане каждый месяц поиска пользуются 3 миллиона человек. А какие задачи перед собой ставит Яндекс в регионе в ближайшие там, год, два, пять лет? Ну, у нас основной показатель – это количество пользователей. То есть хочется, чтобы если в этом году 3 миллиона пользователей было, то в следующем там, 5 или 6. В этом году мы уже выросли, наверное, где-то в 2 раза.
естественные новые сервисы. Вот до конца года мы еще запустим ТВ-программу, запустим Яндекс Панорамы и запустим Транслит в браузере. Знаете, какая штука будет? У старшего поколения есть проблема читать латиницу. Появится, во-первых, у нас сейчас переводчики уже есть Транслит. Наши браузеры, десктопный и мобильный, будут позволять делать конвертацию эту прямо в режиме онлайн. Вы заходите на сайт, там кириллица, нажимаете кнопку или автоматом выставляете, чтобы вам сразу все менялось, у вас раз, сразу все в латиницу перегоняется. Круто? Отлично. А можно немножко таких вопросов из разряда фантастики? Но все-таки, будет ли Алиса говорить по-узбекски? Очень надеюсь. Это большой проект. Могу сказать, что только очень хочется ее запустить. Это огромный проект, тяжелый. Он будет занимать, там, наверное, год у Яндекса. Нужно к нему серьезно подготовиться, там куча этапов, чтобы это произошло. Очень хочется ее запустить. А ведутся работы? Алиса будет на каких-то других языках говорить? Да, она на турецком, например, недавно заговорила. Это был первый язык, отлично от русского. Почему на котором Турция? Она заговорила. У нас в Турции довольно много пользователей, навигатора. Там нам тоже удалось очень хорошую карту сделать, и там куча пользователей у навигатора. Навигатор – это для Алисы как бы тоже понятная такая платформа, там с ней болтают, дают задания, куда ехать и так далее. Недавно Яндекс стал выпускать и хардверные, это Яндекс-станция, мини, различные устройства. Да. Будет ли в Ташкенте официальная продукция? Надеюсь, что в следующем году мы запустим одно из устройств, наверное, станцию мини. В следующем году, надеюсь, что будет запуск. Спасибо большое, успехов!